Почему я до сих пор не могу отвыкнуть от ласковых объятий и поцелуев? Ведь такое чувство, как будто это все произошло вчера, но это не так. И сердце разрывается от той горькой правды. Может, мне сегодня не пойти на работу? Хотя нет, я же не маленькая. Хотя я все это время ходила на работу. Может, один раз не прийти, все равно на это есть причина. Что случилось? Слушай, мне сегодня не по себе. Я сегодня не приду на работу. Хорошо, я понял. И да, выздоравливай побыстрее. Спасибо, пока. Пока. Все-таки что же с ней случилось? Ну, я потом выясню, надо сначала поработать. Привет. Привет. Давно не виделись, ты заметно изменился. Что тебе надо? Слушай, я знаю, что тебе Эмма не безразлична, и ей сейчас очень-очень плохо. И что ты мне этим хочешь сказать? Она недавно рассталась с Рексом, поэтому я и пришел к тебе, чтобы ты с ней поговорил и утешил ее. Я ее, конечно, люблю, но после того, что было тогда, 4 года назад, она не захочет меня видеть. Ей сейчас важна любая поддержка, особенно от тебя. Хорошо, я к ней приду. Вот и замечательно. Ну ладно, пока, я был тебя очень рад видеть. Я тоже был рад. Пока. Пока, Макс. Да, наконец-то, боже. Наконец-то Рекс дал свои коньки. Боже, у меня теперь есть шанс. Шанс вернуть Эмму. Боже, почему я не могу перемотать это чертово время? Итак, давай ты уже начнешь работать. Не будешь отвлекаться на что-либо. Может, тогда я раньше закончу работу. Эту тупую работу. Я готов. Мне все должно получиться. Должно. Какого черта? Опять что ли Рекс пришел? Я никогда тебя не прощу, Рекс. Запомни это. А если это не ты, то я тебя убью, наверное.